Что попробовать? На ребро в танк прыгнуть. Не, надо этот самый, кто офнится, чтобы покупатель там что-то блин троллинг хочет, да? Сколько он за него дает? Сотку. Надо, я хочу бидона взять в рейд, чтобы я мог свичнуть это. Какой-нибудь ДКшник может там офниться? Заканыч или кто, или Зрок может кто-то на ребро выйти. Равист может выйти. Не, Ну, Равист. мне с первых четырех боссов нужна эта самая ачивка. На Так. этот. У кого ачивка Пинтек там? может АЗС? ушли. Пинтек Да, да, может да. ушли. Ты на замене? А что ты? Пингует? Так, давай 228 вышел. Так, а теперь... Так, Синтек, у тебя... Или кого, блядь? Инвалид, инвалида. У него чарка тоже или какая у него чарка там? В смысле, в сову, так в сове вот Да не в грехов. сову, блядь, просто из пати убрать. Ага. На И это. меня выкинь из пати. На первого босса. Все, это самое. 228 пингует. Хуй знает. Так, Валафар на замене. Кикну пока. О, подожди. Валафар, тогда пойдешь. Ты тут, Диси, Валафар? Тогда зайдешь на. Это, после покупателя, как он с ребра офнится, тогда зайдешь. Раз 228 пингует. Все, суммонимся. Отключите стрим, пожалуйста. Сука, Я чарку не просто. выбил. Спасибо. Че, варов опять нету, да? Да и нахуй не Да. нужны, блядь. Все, пошли трешак бить. Крита не будет, да? Кот же звать, нет? Знаю, нахуй. Хуёво, что отслеживать еще нельзя. Ну да, хуёво, конечно, что я отслеживать нельзя это. Хоть бы, блядь, на шмотке показывалось, что я это. Ну или в папах. А тебе зачем ее отслеживать? Ну, так было бы интересно знать, типа, есть у меня эта хилка или нет. Ну, типа, она прокнет, не заметишь. Я понял, блядь. Так она просто хилит. Она, ты же сам сказал, бесполезная почти. А чё так много мобов, блядь? А, это просто вышли.
хвостам. Чилим, да, сегодня? Обоих. А ёба она в рот, совы, ну и чё? Бичи, сука. Сейчас убьет, но убил. Так, я думаю, в 6 хилов будем. Ой, там боешек набрал. Каждый себя стоит. Так, с чего у нас? Давай. Так, что там, блядь? Так, 5... 6, 7, короче, 8, 9 и 14. У тебя этот воет чарщик же, да? Угу. ДК. Тебе скину потом. Сломаешь. Так, 9 пиликов. У кого звания армейца нет, там смотрите. Третьей ячейки берите. Питье. Силу атаки. Прикинь, так полтинник выложить случайно. Что, я вернулся. Кого-то обделили, 3. Ну ты кто-то просто чилит еще. Не, я говорю, в паке ты по 4 кидаешь? Войда, кто-то осколки здесь собирает? А, я 3. Не могу брать. Да, собирает, вади кон. Понял. Вот 4. Так. Узнал я информацию по роботу. Потом расскажу. Так, а чё 5 миликов не берут? У них свои у них есть. А я не могу брать. Ну, я это хороший ник, но бля, у нас такого, по-моему, нету. Зози, да? Я забрал все. Зози твою забрал. Тебе передам. Кто не может брать, сразу говорите. СПД на хилов и на РДД ставлю. Вёрл поставь, Толик. Вроде даже задержку убрали с ГБ, блядь. Но быстро выкидываешь. Так. И 3 тела еще кто-то не взял.
Хуй знает кто, никто не говорит ничего. Так, обмен. Разбойник третий не берет, потому что не может. У меня все свои фласки. Какой разбойник не может брать? Криптейл. Криптейл. А, ну все, там звания просто не было, наверное. Ты вот синтек, что тебя сопрут? Ну-ка, сейчас попробую криптейл, тебе звание дали. Кстати, я тоже с ГБ не могу брать. О, а чё курица делает? Курица 5% хосты дает. А, в начале, да, юзаешь, короче, перед боем и меняешь. Да. Взял 4 штуки. Ты какие взял? Баф на рейд на 4 минуты. Ой, я что-то перепутал. На мага взял. Ну, нихуя себе, ты читай. На рейд, а на группу обычно. Давай, аккуратно их. Ебать, нахуя ты на СПД берешь? Тебе же на АП надо. Да привычка маговская. Можно два сапротика? Зачем? Ну, у меня мои закончились, я тебе галду дам. Типа купить, что ли? Ну да, да. Ну, блядь, я вообще-то не продавец, но хуй знает. А зачем они тебе сейчас? Сейчас не надо. На АП пей. Ок. Так, вроде это самое все, вот рыба. Так, кто там в танках? У меня и Вилаш, и Хулидринг. А кто шестой хил? Шестой хил, друид инвалид. Значит, смотрите. Призан, давай щитуй, короче, Войда, Абидон и Вилаш, а у Хулидринга ревностный. Ну и частицу на меня, соответственно, ну и смотрите там за Хулидритком. Да, даже два, да? Да. Пристабо. Так, жрём рыбу, пьём банки. Блять, а выучена у меня банка на хорошую хп. На остальной коже есть. Ты МТ-шишь, да? Да, будет. А где она у меня, сука? Она вообще есть тут? Ну-ка, может, ГБ? Ну, с тебя кулаки МП-5 пока. Выпил на той стальной коже. Крика на хп нету, это хуёво, конечно. Так, ну все, проверка. Все готовы, да, отчет? Уп, не пожал. О, синтек, ты на РНЖ, да, будешь? Самое главное это, в лужах не сдохните, и все заебись будет. Синтек и гламурщин на этих. Синтек разбить. Я бы, знаешь... Я бы сделал какой-то квест, не знаю, там, допустим, собери 3 шмотки с чаркой защитник, типа, потом переплавить их в это, в супер защитника, типа, блять, и там, короче, ревность, ну, прям реально пиздец, как упало, работает. Вот я бы такую хуйню затеял. Это как раньше воскрешение надо было квест сделать. Шипы бьем. Когда кончится вихрь, будет резать мага Мэтт Фокс. Так, сейчас он в центр пойдет, смотрите. Так, сейчас лужи исчезнут, встанете. Все нормально. Захилите. Убав по магу. Ой-ой-ой, ничего хуярит по нам, да? Сейчас мы в эффективном исцелении посмотрим. Ну, у меня он еще не прокал. Я, сука, Хулидринка гляну. Да, мне до 30... пол хп. Шипы, ребят, шипы бьем, блядь. У тебя тоже не прокал.
открывает только пол хп. Ну это реально страховка хилов как бы хорошая. Интак на шопе. Приза на бидон на шопах. Да, опа. Масса круглый мурчен, дай. Вовремя не зыбку дал, нормально. Сейчас он отойдет. И потихоньку возвращаемся. Частицу обнови. Две секунды осталось. Секунда. Вот это сердечко, вот это прокает частенько, блядь. Оно меньше половины прокает, да? Ну, видать, сейчас у Хульдринка прокнуло. Да, вот защитник. Два раза у тебя прокнул. Ревностный сработал. Ревностный, нихуя. Три ревностных сработало его. У меня до сих пор не было ревностного. Я понял, блядь, бесполезная чарка получается. Это целую материнскую или просто? Хилы да, хорошо все работают. Ну да, 6 хилов специально. Эй, у меня лаги нахуй. Когда тебя наличие она спасет, посмотрим, как ты скажешь, что она бесполезна. Да. Ну у меня ДКшник такой, он под этих. Жирный. Да, он под этих простых боссов. Бей, куда убежит? Смотрите это. О, чё, он уже все возвращается, сейчас отведу. Чуть подлагивает, чутка. Закрыть браузер надо, да? Скорее всего. Я в натуре браузер ебаный. Батя закрыл, что-то хуй что прогружается еще. Дилемма. Я закрыл, перестал лагать. Ебаный брат. Блять, я закрыл, еще хуже стало, нахуй. Открывай. Это потому что ты альтаблс. И не альтаблс, у меня конный режим. Там забей войды своя технология. Не, ну сейчас вроде смотри же, разлагало. Не, все равно подлагает. Ебаный брат. О, нихуя, осколок. Слушай, ну запы, ебать. Нет, борин тролля. Запы вот только и падают. На чарку возьму, нахуй. На вторую. Или на третью, блядь. Опа, колечко. Так. Чё за колечко? Хорошая метка скрит, да? Угу. Надо подумать ещё, ну. Ну вот у меня, считай, это, 4 чарки есть на резист. Природа, тьма, аркан и что еще, нахуй? И огонь. А, ты эти, на запы, которые бегал? Да, понял. Да. Ну на джайну, на огонь надо будет стопудово. Че, мы после орка пойдем за эс? Сейчас посмотрим. Ну, я надеюсь, на леди проблем не будет. Мне на лед осталось выбить. Так, сотка World Flex нажимает. Ты что, запы со всеми чарками на резист делаешь или что? Да, да, я делаю дубликаты на резист. Ну что, нахуй я буду перечаривать. Любой уважающий себя танк так делает. Так, World Flex забираешь, да? Ну дальше идет Синтек и Медфокс, блядь. Синтек, наверное, чилит. Или нет? Я тут. Ну, короче, World Flex. Чё ты говоришь, осколок, да, там? Да, там осколок. Да, есть. Сейчас кольцо ебанём. Сотка Мэтт Фокс.
У него еще какая-то параша, прикинь, на МП5, нахуй. Ну, Медфокс, Медфокс. Ну так безумная ж лисичка, что ты хочешь? Замена плюсует. Да, Валафар плюсуй. А вон в Рей еще есть, может в Рея взять? Давай в Рея возьмем. Слышишь, Валафар, ты не против? Я против, там так-то с Гдыщ был. Может, его взять. Я не знаю, вон Валафар не против. Invisible он дохуище дает. Ну вот Invisible бери. Он хотя бы дохуище дает. Тем более он с нами все равно в западе. Тихо, сейчас я, блядь, про осколок забыл. Ну, я не знаю, надо смотреть по приору. Ну, если типа кто-то совсем хуйню будет давать. Ну давай, что. Забрался. Так, признанов ДД. Признанов ДД. Вы в 5. Вы. Блять, ДЦшника. Не, ну, три друга должны перекрыть, я думаю. Должно быть неплохо прям. Но зато щитов не будет, нахуй. Это хуйня, конечно. С плащ на хосту с кораблей там Энх еще просил. Смотрите приор свой. Сколько его у вас? Заебал, кто там подсолнух поставил, блядь? Привет. Привет. Давненько не виделись. Сука. Подсолнуховоды, блядь. Надо какой-нибудь. ПГП забагался, минимальный ГП 250. Да, да, забагался. Лобнись. Смотрите по приору. Есть табличка и ПГП, поэтому смотрите. Кому на какого босса надо, это все заранее, пожалуйста. Чтоб сразу было понятно, кого брать, кого свичить. Ну, мага возьмем, так как РДД мало. Кому нужно? Ник. Валиант, который. Ну, плащ с кораблей, он спрашивал. Я думаю, все должны быть в Дисе. А, да. Валиант не очень. Кстати, это говоря. Мифик? Нет, это не мифик, это отдельный тип. Ага. Это, кстати говоря. Вы бы добили лоу хп жука быстрее уже. Ну, дамаг идет большой по рейду. А топа здесь? Топа, он где-то. Это, да, он тут. Жука добивайте, да включайте этот самый патч на духа. Кто не знает, быстренько узнаем. Как, чё, и обязательно все включайте, чтобы духи были зеленые, ярко видные для вас. Чтобы не было, блядь, вайп покинуть тело, блядь. Тоже включаю пока патч. Поэтому рун Икси открывай. Вытащи, подправь на рабочий стол ярлык. Запускайте через раны Зеда, и когда он потребует, допустим, Вовка, типа, ну, скачайте, типа, обновление. Также то же самое делайте. Скачали обновление, опять нахуй лаунчер закрыли, нахуй по новой, все, и все, и играйте. Короче, когда вы открываете лаунчер, лаунчер удаляет патч. А тут какого цвета дух на циркуле у нас красный был, ну там ставить этот патч вообще капец. Тут зеленый. Увидишь, там заебись видно. Если есть красный, давай нам кидай. Красненький лучше. Ну смотрите, ну подушки безопасности в 14 тысяч нету, это значит будет сразу шотать. Потому что рейд будет просаженный из стрел. Да. Так что, блять. Не знаю, хотя бы через себя шипешники кидайте на себя хотя бы щит свой 1005 хотя бы заабсорбит вам. Ну и, блядь, нельзя хлопать их по-любому. Так, пока последний там заходит, ставлю рыбу. Ешьте. Видос скинул с красным духом. Да, чё нам видос? Ты нам патч давай. А там надо по видосу только. Прям там сложно ставить еще. Тогда проще не ставить. Зеленый это просто фаз. Ладно, потом гляну. Короче, значит, в звезде
Танчит Халидринг. И там, значит, играет Хант, два мага, два лока. Хант, два мага, два лока, Элем. Ну и две совы. Быстренько разъебываете эту хуйню. И центрального разъебываете приверженца прям скопом. И поворачиваете и этих двоих дотаете там. И если убили быстро, помогайте в кружке поворачивайтесь. Значит, в кружке играют у нас. Миликов очень мало, придется рогу кого-то ставить. Какого? А крипто шедем. Его можно, да, ставить туда? Ну да, он физуха бьет. Крипто пойдешь, значит, в кружок бить. Обрати внимание на мобов, которые фанатики. Ну, вообще, в первую очередь, двух крайних бей приверженцев, через них начинай. Но смотри, если фанатик кастует взрыв, и он 5-секундный каст долгий, то быстренько на нем комбо-поинт и стан сбивай, если другой никто не даст. Леха, напало, не хочешь зайти? Зачем? Быстрее, чтоб трэш сливался. Вообще, физухи мало тут. Короче, этот, он реальный. Ты когда убиваешь, ты убиваешь только центрального на звезде, и быстренько поворачиваешь. Не, ну давайте попробуем. Если хватит, то хватит. Нет, так зайду. Сейчас еще физуху туда поставим. Ну давай, смотри. Зози ставим сюда. Крипто. Рарника. Это 3. Закханыч 4. Да, вот, ну не хватает реально еще. Ну 4, допустим. Вара не хватает. Ну просто если кто-то потанчил, я посливал трэш. Короче, имейте в виду, вот вы в кружке сливаете ближнего к леди сразу, потому что остальные там в этот момент уже навешивают на себя щит. И дальше идете. Именно приверженцы играть, а фанатик он так побочной уешкой сдохнет. И в обязательном порядке помогайте, вот кто убили на левой стороне, помогайте через фанатиков и как-то дотайте этих. Но в отражение только прямыми спилами не бейте в приверженцев, если у него щит. Но если щит сбился, там вроде видно, это помогайте там. Или какой-то уешка там Близзард там хуй знает. ШПшники, ну вы на боссе, то поседжу на боссе. И это. ШПшники, если что, тоже ракету кидайте туда, чтобы было как-то дамаг, блять. Ну, не знаю, если будет хуево, то хуй знает. Так, рыбу поели. Все, я ближний. Это кружок и ближнего, и Виланша с лестницы, и дальнего. Я первый на боссе. Ну и на второй фазе, сами знаете. Я теперь Холидринка с рарником путаю. Вадикон квадраты посмерчует. Не так, ты один. Вадикон... Я послушал. Вадикон квадраты, а Равист это треугольники, а Луна, короче, будет... Кто с друидов не обломается поконтролить? У кого там, ну, выход с формы? Кто сумеет это все сделать? Да, Зози можно. Он же феррал, там мгновенный каст. А, давай, Зози, ты... Это, ты будешь контролить Луну. Друиды на подстраховке, если сов или кота возьмет. Синтек, если что, кота контролишь. Мэтфокс контролишь Вадикона, а друид инвалид Рависта. Если они в контроле будут. Смотрите за ними, то не поразъебут рейд. Так, все, все были готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сзади, сзади, перехватите. Ну, ты, Виланша, должен был грипануть, что за фигня? Где Виланша? Тут нет. АФК, что ли? Он стоит куда? А, проснулась. Может, лагает. Трэш 5 секунд. Да ебаный в рот, блять. Контролим. Фанатика в звездочке добить.
Хуярьте сильнее по боссу. Секунд 5 еще побейте. То теперь трэш. После переводить надо будет. Все, я пошел на этого, на босса. Контрольте и переводим. Этот, Роги, отойдите от босса. Бейте хэлла, бля. Потом встанешь, когда я чуть отведу. Роги, отойдите, чтобы вас не шотнуло. На пол на войду. Привели. Все, вставай аккуратненько, хэлла захиливаем. Хэлла захиливаем. Щитков нету, стараемся захилить. Все, первые духи нам не зыбку. Вон, мобов убивайте. Все. В кружке все, весь рейд без исключения. Все, прям все ДД, милики, хуилики, духи, прям все. Духи, грот. Убивайте мобов. Трэш сливай. Бля, пиздец, вот говоришь как ноль эмоций, нахуй. Вары, приверженцы. Контроль. На полный вилаш даем. Духи бежим. На трэш бежит. И там дальше возле трэша нормально далеко от нас. На вилашу на пулю. Контрольте людей, чтобы они не бегали. Фир, стан им какой-то. Захиливаем. Духи. Убегаем от них в другую сторону. В центре вон дух. Летит в звезду. Все, теперь в трэш все повернулись, убили трэш. Духи побежали. С лестницы один на леди идет. И один в трэш бежит. Все нормально. Следующие духи, одна секунда. Духи в трэше, в звезде. Дух прям. В трэше. В трэш бежит. Сука, заебал за мной бегать. 4 хила остальные хилим, остаемся. Контроль даем. На пол на войда даем. Духи побежали. Следующий трэш в кружке будет, готовьтесь. Он так вылетел. Я знаю. Духи трэш. Прям на леди бегут, бежим. Все, трэш бьем. Сейчас немножко дайте время собрать агро, танку. Дух в трэше. Вот Фокс, резай Ляночку и готовьтесь ее захилить быстренько. Трэш, пожалуйста, убейте. Фанатик вот. Убейте все трэш нахуй. Там мобы с щитами. Массакру давайте, не зыбки, все это ПКД. На полную вилашу даем. По Ляночке фулл баф. Бежим, контроль дали, расфиряли. Шалфиру быстренько, стан, сало, быстрее Шалфиру, он тут пошотает вас. Вихрь обновите. Дух возле звезды, съебались. Бежим, милики. Или на кого он там бежит? Так, следующие духи. Прям в леди появился, бежим. Да ебаный в рот, нахуй. Да ебало, нахуй, не зыбка ебаная. Прям в леди появился, бежим. Бежим, бежим, милики, бежим. Бьем мобов вот этих вот, приверженцев, пидоров этих, бьем, хуярим, милики. Отбежали, там прям дух появился, приверженцев. World, глыбу, быстрее что-то нажимайте. Сальвы, пожалуйста, покидайте, паладины. Рарник. Тоже перед мордой не стой. Гламурчен, ясно, нахуй. Ну пусть сдохнут. Сдохнут, бичи, сука. Равист, резай шаду. Вот, стрелы прошли, резай шаду. Шаду, вставай, себе щит давай. Быстрее, дух, побежали, возле леди бежим. На пол на войда уже даем. Блять, а хули Мэтфокс дом? Друид инвалид ресы Мэтфокса, иннер ему зальешь, если есть. Бежим, дух. Друид инвалид, Мэтфокса ресы. Ледринка не проебить. Бежим, дайте ему сокру какую-то, он духи прям в рейд бегут. Контрольте своих. Блять, ну в рейд. Дух нахуй. Трэша, дух трэша. Все в трэш повернулись, милики, идите бейте. Роги на топа, Седжу тоже побейте, пожалуйста, вот приверженца. И баните два удара по нему. Все, и на другую сторону бежим. Моб, это дух, дух там возле моба. Все, добивайте. Добейте моба, пожалуйста, блять, алло. Духи побежали. Духа в центре. Вадикон, дух в леди, прям дух, бежим, милики, все бежим в рассыпную. Новые мобы, подходим потихоньку к ним и начинаем бить. Дух в трэш идет. До берсы 5 минут, не делайте хуйню никакую. Вадикона контрольте. Контрольте Вадикона. Дух в трэше. Дал ему сало. Трэш, пожалуйста, ебаните ауешкой. Быстренько. Блять, Мэтфокса опять убила. Это контроленные убивают, поди. Вадикон. Это я, наверное, убил. Резай СБР. Вадикон, резай Мэтфокса. Мэтфокс, быстренько вставай, духи побежали. Зыбку дал.
Трэш, трэш, слейте. Шадоу, читай на ману. Слейте трэш везде быстрее. Все, давайте по леди играем фул и все, и стараемся добить леди. Трэш след. Вот этот трэш не бейте. И с ним потихоньку обойдешь к другой стороне трэша. Так, у кого еще там БР есть? У Зози. Духи! Духи в леди, два штуки, бежим. И по леди играем. Алмаз-сокр. Зози ресой друид инвалида, пускай еще похилит нас немножко. И Индер Даш, если есть. Пиарьте по боссу 6 лямов. На пул на войда. Духов главное не хлопайте. Духи возле леди, два, бежим. В разные стороны летят. Сейчас тут трэш выйдет, смотрите. Бежим, духи. Дух возле трэш. Массакры дайте. Блядь, гамур лежит. Бейте 3 ляма быстрее, сильнее по боссу. Кулидринка массакру. Кулидринка подхильте, бидон или друиды, похотайте его. Глабур сдох там. Саву. Подхильте, подхильте, сейчас сдохну нахуй. По сове что-нибудь дайте. Все, сдох. Там кто-то взорвал, походу. А, нет, сова убила, здесь допада. Давайте прожмитесь, блядь. Сука. 800 тысяч давайте. Spirits. А там бить уже некому. Да не, не, есть, есть, есть кому. Есть, есть. Под баблами, под всей хуйней. 400 тысяч. 300. Блядь, сука. Ложный выпад. 100. Ну, сука. Блядь, 100 тысяч. Ебаный. А хули, нас законтролило просто и все. Ай, сука. Я понял, нахуй. У нас половину людей поубивали люди, которых не законтролили. Мне Лем вообще выбросом лавы 40 тысяч в ебало кинул. Да, бывает. Ну я охуел, когда мне в ебало 40 тысяч прилетело. Меня тоже он звездопадом расхерачило. Сзади стою. Синтек еще бич со своим хуевым интернетом вылетел. Так бы, может, добил. Вроде... Вроде бегу от духа, ими тут хэлло ебай 40 тысяч выбросом лавы кидает. Так, ставлю рыбу. Хаваем. Всем привет. Здорово. Пал, Паша, попридай. Угу. Просто... Если будет слот, там я не заменю. Да, сиди пока, жди, смотри видос. Это, с агротом по этот, Shadow Knight нахуй. Омен есть, открываем омен нахуй. Но это не задача босса бить фул, блять. Почильте, блять, побегайте лишний раз, чтобы босс вас не убил, блять. Там агро генерация у нас на 5 стаках прекращается, мы 0 генерируем агро. Пока второй танк... Трэш, доводит, трэш побей. Трэш побей, просто попрыгай нахуй, посмотри на ситуацию, блять. Касается вот престов, маги нахуй, и у нас пало всего 3, вот. Кулидринг на танке, он занят трэшем. Рарник может кинуть. И... А, он трэш вообще не бил. Ясно, нахуй. Шадоу понял претензию? Когда я понимаю, что ДПС теряется. Когда босс переводится, еще раз повторю, не въебывайте по нему, что пиздец. Там работают на пулы танки секунд 10-15. И только потом, как первые три моба вы убили, дамажьте. Потом появился новый трэш. Вы фул, весь рейд, прям без ебаного исключения. Все хуярят трэш. Он убивается, сука, если вы все в 15 дд будете играть. Он убивается за 5 секунд. Просто вы не играете нихуя. Вот человек 7 играет, нахуй, остальные хуй забили, блядь. Короче, отчет нахуй. Ну, у нас БР у Синтека только. И у Надфокса скоро откатит. Ляночка по синтеку СС дашь. Время освободиться. Дарнован сбежал. Да и похуй. В смысле, ну квеста мы не делаем все равно. Не, я просто сказал, что сбежал. Рейд он побежал, да, пидорас.
Ну, Дживс стоит, починюсь. Самое время. Ой-ой-ой, да заебало это подчинение. Смотрите, убью опять кого-нибудь. Блять, я тебе сало кинул, а второй вихрь кинули быстрее, не восприимчивость, но. Проебал сало. Проешь 5 секунд. Я призван в волка превратился, да? Расхуярил кого-то, да? Ханта, да, захуярил. Синтек резай быстрее, ханта. Хант, вставай, фулбаф ему, каску ламба пристабал. 4 ляма на боссе, трэш, свитчи, мы потом переводим. Так, лям. Я побежал. Отойдите там, кто милики от босса есть. Сейчас босс, когда мана кончится, он вас разъебет. 300 тысяч, 200 тысяч. Переводим. Кособокова добейте. Тревоположно. Так, люди с контроля вышли. Все трэш, свичнитесь пока. Да как так, сука? Вот Фокс, будешь резать гламура. Дух в трэше. Языпку дал. Тут Фокс, ламура будешь резать. Заебала эта хуйня нахуй. Бежим, два духа в леди. Бежим, бежим оттуда. На вилаш в пульте. Блять, в рей нахуй, бичуган, сука. Бежим нахуй, в леди, дух. В рей ты слепой нахуй? Он прям во мне появился. Внимательно, блять. Смотрите, внимательно. Заранее бегите. Бежим. Бежим заранее, сука. Сейчас начнутся вайпы нахуй. Мэтфокс, резай. Лагмурчена. Дух в леди прям, бежим. Бежим нахуй. Снимите фирс, Вадикон. Спасибо. Так, Гламурчен, ману. Вадикон, рвис, залейте Гламурчену ману. Давай, начинай хилить. Ну, блять, глыбу нахуй, нажми что-то, ёбаный в рот. Проклятие, снимите. Трэш, трэш. Пиздец, бичи бесполезные, блять. Ну почему вы такие беспомощные, нахуй? Ни глыбы, нихуя нет, что ли? Дух в трэше. Так, на воина можете пулить следующий. Shadow Knight, бей трэш. Так, Равист, через 20 секунд рестишь ворлда. Призана захильте. Да ёбаный в рот. Встал, захильте призана еще раз. Трэш в кружке бьем. Дух прям в леди, бежим оттуда быстрее. Вот от чего сложно убежать миликом. Захилим. Хотаем рейд максимально. Трэш добили, леди. Кто-то красавчик. Дух в леди, бежим. В леди, вот он, дух, видите? Бежит за кем-то. Готовимся к звезде выходить. На вилашу на пул. Незыбку по КД даем. Контроль, расфиряйте, своих не убейте. Закханыча не убейте. На вилашу пулим. Пулим. Дух, бежим. Новые духи. Прям в леди, бежим, съебались. И один в ромбике. Не запекудал. Трэш пошел. Все трэш свичнулись. Дали стан трэшу, сало. Новые духи появились. В леди бежит дух. Съебались от леди. Трэш бьем. Новые духи сейчас появятся. Секунда. И на вилашу на пул. Так красиво работаете. Звезду бегут. В леди дух. Бежим от леди. Милики, быстрее. Да ебаные уебки нахуй. Ясно нахуй. Пизду, я ебал такое говно, блять. Сука, ну вы привыкнете, что вам бегать надо. Как это, блять, так сложно понять? Пизду нахуй. Да. Ну конечно нахуй, а хули тут делать? Просто 10 тел лежат, чилят нахуй. Бегайте заранее, ну бегаем постоянно. Ну как это сложно понять? Ебать, ну 5 минут на боссе напрягитесь нахуй, и мы пойдем уже дальше, блядь.
А чё за ник псина? Не знаю, это, блядь, details и хуейлс, это вся эта хуйня, блядь. Бич какой-то аддон придумал, блядь, чтоб можно было там, блядь, глумиться над. Да это же. Пет. Пет, может, нет. А. Пет тоже взрывает? Хуй, не, не должен. Написано, не отбежал от духа и взорвали его. Псина, Рей, не отбежал. Топа и псина. Сука. Тупо прикольно. Псина, я понял, нахуй. Псина-то за шо? Антов кикаем, нахуй. Ну все, петы тоже взрывают. Короче, блядь, третий трай, я уже ебал такую хуйню, блядь. Да, потом ГПшку давай. Синтек просто опять вылетел. Просто, ну да, я чего заебал синтек. Ну и логается. А. Просто, блядь, смотрите, я же говорю, ну, ДПС ДПСом, ну, вы вот так вот хлопаете, да? ДПС, там все заебись, типа кайф. Я говорю, вот пример. Смотрел вчера видос ночью, нахуй. No Mercy, нахуй. ДПС на сурке, чтобы вы понимали, 550, нахуй. Они целка за 4 часа проносят. Да, это все заебись. Но они, сука, вайпаются, блядь. Ну. 5 хилов? Да, то, там они леди добивают в 10 тел, нахуй. На сурке они, блядь, в 15 тел добивают. У них 10 тел лежит, они добивают, блядь. Ну. Ебать они бичи, конечно. Мы играем намного лучше, блядь. Но то, что сейчас, блядь, поймите просто одну аксиому такую, блядь. Вот рыба. Сначала, блядь, тактика, потом ДПС. Еще ДПС вывозят, да? Ну, да, вывозят. То есть, блядь, дать им наших персов, нахуй. Они на леди, нахуй. Они с нее не выйдут, нахуй. Это я прям гарантирую, нахуй. Там просто ДПС-подушка, блядь, безопасности, нахуй. У нас такой подушки нету. Ну, мы где-то посередине, не совсем хуёвые вроде бы и есть. Вот. Так что, блядь, лучше пробегите в леди вокруг кружок лишний. Потеряйте 100 тысяч дамага, но, сука, 15 тел не упадет нахуй за одну секунду. Вот чего надо, блядь. Вы это поймите, пожалуйста, блядь. Просто. И все тогда, блядь, у нас начнет заебись становиться. Все будет охуенно. Ой. Просто 5 минут напрягитесь, блядь, и мы потом будем дальше чилить боссов, там хули корабли. На сурке там трешачок побьем. Хульдрин готов, нет? Сейчас, секунду. Так, друидов у нас 6. Арависмут, Фокс, Витек, ПД. Притон, да. Пристабав всем. На Вадикона СС. Ляночка Даш на Зозе. И сетка дышится. Еще раз проверка. Защиту от тьмы надо снять. И у одного из трех паладинов должна быть аура на тьму. Кастерская на тьму. И что, и на лед, да? И на лед. Все правильно. Даю отчет. Ну, если паладинов хватает, можно огонь еще воткнуть. Или третью. А огонь-то нафига? Ну а вдруг какой-нибудь, блядь, огненный пролетит, как типа этот лава выброс. Да там уж не спасет хули, если 40 тысяч. Леха, твои плюхи не спасет уже. Как говорится, ваншоты не прохиливаются. Все, играем. Трэш, 3 секунды. Так, бьем трэш. Быстрее разуми. Блять, я про призы забыл. Эх. Алло, можно мне не звонить уже? Заебали вы.
твари, блядь. Да один и тот же номер, нахуй, звонит, блядь. Ты кредит предлагает, заебал, нахуй. Бабка, нахуй. Как она там, блядь, на этой работе круглыми сутками сидит, нахуй. Босс, 100 тысяч, ёбаный покос, на пулы готовим. Ёбаный в рот. Чуть не проебал, блядь. Хорошо, ЛПшки? Трэш, трэш. Трэш, трэш, помогайте. Ну, пиздец. Этот, Вадикон, ресы разбойника. Духи побежали, дал мне зыбку. Бегите от духов. Вадикон ресы этого. Да, я думал, дух за мной сейчас подбегу. Че, новые духи бежим? На полную вилашу уже даем. Блять, да... Мудаки, сука. Стопните дамаг, нахуй. Кто там, маги, хуяги, блять, стопните. Каску, лапу, пристабав, пороги обновляем. На вилашу пулим. 5 секунд. Расферяйте своих, не убейте. Квадрат законтрольте, и Вадикона тоже. Дал тебе сало. Трэш новый вышел, готовимся его убить. Духи, прям в леди, бежим, бежим оттуда. В трэше. Синтек ресой призана, вроде вставалка была у него. Призана ресой и быстренько захилил его. Захилил. Ну, добился своего, да, блядь? Ты не можешь играть по трэшу, блядь? Или побегать, просто попрыгать? Spirits. На пул на войда даем. А копии же снижают, да, или нет? Нет. Зози ресы ворлда. Бежим прям в леди. Трэш 5 секунд. Бежим, бежим, миленькие ресы. Бичи. Нормально. Закханыч, спасибо, нахуй. Короче, нахуй, я думаю, я вижу, так не доходит нихуя, да? Падаем. Это сложно так понять, да? Ну, не, отбежать. Не. Вы стоите, духи появляются каждые 10 секунд, блять. Закханыч, ты видишь зеленых духов или как у тебя? Дела. Да, да. Ну а в чем проблема? Че, нельзя сразу бежать начать? Вы бегаете на постоянке. Падайте уже. Не хильте. Как на собаке, нахуй. Вот они появились каждые 10 секунд. Ваша тактика такая, блядь. До того, как дух еще появился, за секунду начинаете бежать. Смотрите. Да, блядь, пизду, нахуй. Вам объясняешь, нахуй, что сука, об стенку горох, нахуй. В чем проблема, блядь? У тебя с РНЖ лики смерти кидаются. Попрыгай возле босса, отбеги метров 15. Ну, дух появляется, блядь, каждые 10 секунд. Че у вас за хуйня, нахуй? Блять, главное нехуй бить, ебаного духа хлопаешь, нахуй, минус 10, нахуй. Почему нельзя понять, нахуй, своим мозгом, что, сука, надо бегать больше, блять. Что босс убивается, блять, до берсы 5 минут, нахуй. Почему нельзя этого понять, сообразить, скумекать, блять. Я говорю еще раз, побегайте лишние эти круги, блять, вы потеряете 100 тысяч, но ведь живой будет. Есть предложение. Лёха заходит на протопал, а ты на креста. В ДЦ. И чё, блядь, это позволит нам хлопок один пережить? Ну... При условии того, что весь рейд будет засчитован, а это крайне тяжело сделать. Там, ну, ничего не заменится. Ну, конечно. Артём, а почему ты на маге? Почему нет? Какая разница? Тут ДЦ ничем не поможет. Если люди хлопают духов, ДЦ тебя не спасёт. Но спасёт только те цели, что были засчитованы. У тебя никогда весь рейд не засчитован. Да всё, идите в жопу, блядь. Чё, пожрать не можешь? Да я пожрал, блядь. Вы будете играть на ком хотите, нахуй, а я буду заходить на кого надо рейду, да? Правильно. Мне-то похуй, я зайду как бы, блядь. Хули. Да. Короче, сейчас не убиваем, блядь. Это будет, короче, по 200 гп за духа, нахуй. И в рейн на приста сразу зайдет, если мы сейчас упадем. И, ну, короче, блядь, не рекомендую сейчас хуйней заниматься. Все, проверку даем. А кулак дать не?
Есть такие рейды, блядь, где Рел нахуй делает всю работу за людей нахуй. Дает чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. Квадрат, контрольте. Трэш, 5 секунд. Больше по боссу. Все, притормозите по боссу. Сейчас там 4 тела, которые бьют, да переведут. Все, готовьтесь, трэш. Все в трэш. Так. Все, 500 тысяч переводим. Контрольте людей. Контрольте людей. Рарника законтрольте. Тонда. Справа. Духи в центре 2. Ушли. Новые духи пошли и побежали. Прям в трэше, вон в кружке там бежим. Духов. Трэш убили, леди играем. World Fox, стопни по боссу, чилишь. Конкретно, ты стопни. Притон, смотри, если что, раскол нажмешь. Навелашу на пол. Контролим людей. Дух в леди бежит. Бежим, бежим. Контролим. Этот. Зози Реса и Войда. И захильте. Дух в трэш идет. Ну сейчас один танк только вилашим, не агро очень долго набирать. Трэш. Два духа в миле. Каску лампа приставал. Один в трэш. Массакрус, давайте ПКД, Ламурчен, не зыбку давай. Дух в леди бежим. На пол уже можете на войда давать ПКД. Вилаши там 5 стаков. Бежим, расфиряйте своих, не убейте. Духи бежим. Не ауешьте, когда под леди контроленные люди стоят. Сука. Там специально. Ровист ресы призана. Не старайтесь его захилить, не потерять. На войны на пулю ПКД. Вордфлекс, глыба. Вообще чиль, ничего не делай. Не бей. Уйди просто. То же самое шалфир не бей. И то же самое ровист не бей. И хэлла тоже стопай. Ветерок тыкай на босса. Трэш, трэш играй. Так, забрал. Сейчас у Вилаши скинется стаки, можете на него напугать. Бежим. Квадрат, контрольте. Нахуяри все. Ранника, законтрольте, он разъебет пол рейда сейчас. Ну, у меня сопротивление по ним. Часто прок. Не могу сразу кинуть. World, глыбу, что-нибудь, нажми постой, это самое. Ну дайте ему сальву. Есть какая-то сальва, блядь? А в КД сальва, я думал. Я давал, хорошо, хорошо. Шалфир, тучка, уход в тень, готовься. Не бей просто. И на Вилашу пулим, на Вилашу.
бежим от духов. Сейчас трэш вы, трэш помогаем. Главное, смотрите, когда трэш бьете, на духов смотрите, вот в центре дух. Дух в центре. Один в кружке. Контроль террарника, самое главное, стан ему дайте. Трёги ослепления, хуй знает. Дух в звезде прям бежим оттуда. Новый трэш, 3 секунды. Да ебать, 3 сопротивления, помогу, я ебал. Так, Мэтфокс, Реса и Притона. Все, навилашу. Один еще раз навилашу, и потом уже опять навойду. Да, леди дух, бежим, бежим, милики, бежим. Бежим. Лучше не побейте. Все, трэш, помогите, фанатика. 7 секунд, пока придержите на пулы. 7 секунд и на меня можно будет. Я скажу куда. Расфиряйте, под боссом не убейте, ауе уберите. Все, на пул на войда, фул на войда. Бежим везде. Под дух. Боссом дух. Трэш 2 секунды. Так, в лестнице дух, бежим и в центре дух. Все, забрал. Полидринка, захиль. Шадоу дай на хп. Дух в трэше. Звездочку идем, трэш помогать бить звезде. В леди в мелизону бежит дух. И хлопните. Новые духи. Новые духи появились. В звезде и далеко. Бежим оттуда. Со стороны звезды убегаем. Есть. Ну как нахуй? Ну как? Ебаный в рот нахуй. Синтек Мэтфокса Ресой. Вадикон Ресой призвана. Дамажим в кружке мобов и бежим от духа, от леди бежим. Там дух прям бежит у нас. Дал не зыбку. Убейте, пожалуйста, мобов. Вот приверженец ебаный стоит. Вот убейте, пожалуйста, потом босса добьем. Бежим. Все, это последняя пачка, которую бьем. Дальше фул по боссу играем. Все, не зыбку по КД, все, давайте. Вот добейте мобо. Все, 10 лямов. Играем по боссу, фул. Дайте контроль своим, дух, не убейте. В кружке оба. Так, у кого там еще есть БР? На пол навилашу давайте. У кого есть БР? Я забыл там ник, у кого друида. Ровист? Нет, не ровист. У кого резать надо было? А, друид инвалид. Ну, давай притона резни, пускай немножко подамажит. Бежим, духи. Давайте не зыбку, у нас сокругу, блин. Все, 5 лямов. Добиваем. Все, захильте притона, каску лапу пристабав и их уярим. 3 ляма добиваем. Полидринка подхильте. Вот, пожалуйста, играйте всегда так. Всегда, чтобы было... Ну, полидринка захильте. Все. Ебать. Войд почаще пугает. Да, к нам сразу заходи, блядь, с ПГПшки. С ноги, блядь, прямой. Сразу говоришь, ГП, блядь, с пула, нахуй. И убиваем с первого трая. Я, кстати, не заметил, чтобы на Умерсе там ГП кому-то давал. Может, у них другой. Не, такое же, он так же таблицу открывает, как я, смотрю. Так же и ПГП, там, так же и ГП, и П есть. Так, Синтек, кто там? Зози, ну, Врей, Ляночка, Шадоу. Так, ну, вопрос конкретный. Кто из вас будет собирать палку? Ляночка и Шадоу. Мэтфокс, да? Мэтфокс. Так. Ну давай Мэтфокс в этот раз. Шапка. Тапки, ой, штаны на ханта, на кого там, я хуй знает, Эн, хант, хуй знает. Кстати, кто не знает, как эффекты вот эти все убрать? Какие эффекты? Ну, блять, от заклинаний, вот это вот все мигает, блять, раньше такого не было. Какой-то патч делали же, но мне кажется, он не работает, блять. Так, World сотка, ты уверен? Точно? Сэджу, наверное, знает, как убрать.
Он даже в актуале, блядь, не так мигает. Потому что дурачки накатили всякие текстуры. Да, всякую хуйню накатили. А сколько не было? Что? Не было. Я, короче, теперь думаю, ну вот мы сейчас про